Здравствуйте, это программа «Территория права». В период самоизоляции нотариальное сообщество предприняло все возможные меры для обеспечения населения квалифицированной юридической помощью. Прежде всего, Федеральной нотариальной палатой был создан институт дежурных нотариальных контор. В результате как у продолжающего работать бизнеса, так и у граждан сохранилась возможность своевременно получить квалифицированную правовую помощь. Все это время в нотариальных конторах также обеспечивается и строго контролируется соблюдение всех рекомендованных санитарных норм и методов социального дистанцирования. Итак, мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать по телефону в студии 202-11-22. Полина Сергеевна Власова, консультант Нотариальной палаты Самарской области, сегодня в студии. Приветствую вас, Полина Сергеевна. Добрый вечер. Ну что же, уважаемые телезрители, вы можете сейчас задать вопросы по телефонам, которые я озвучила. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью, как говорится, не выходя из дома, задать свой вопрос консультанту Нотариальной палаты Самарской области. Мы ждем ваших вопросов. Ну, а начинаем с актуального, да, Полина Сергеевна. Вот период пандемии, конечно, ограничил граждан в передвижении. И, насколько известно, самым быстрым способом передачи документов в другой регион является передача через нотариуса. Скажите, как и каким образом нотариус может это сделать? Да, период пандемии, он наиболее востребованно показал, насколько электронный оборот важен и удобен в современном мире. Именно в этот период ограничений количество электронных нотариальных действий очень возросло. И основами законодательства о нотариате предусмотрено такое нотариальное действие, как удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и наоборот. Процедура следующая. Гражданин приходит к нотариусу, приносит документ на бумажном носителе, нотариус преобразовывает его в электронную форму, вводит удостоверительную надпись и подписывает документ своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Тем самым такой электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе. Документы можно преобразовывать в электронный вид абсолютно любые, которые выданы органами государственной власти, юридическими лицами, нотариальные документы. К примеру, доверенности, согласия. Когда один гражданин находится в другом городе, необходимо согласие третьего лица на совершение сделки, согласие супруга. Особенно пандемия застала граждан в разных регионах, также членов семей, но, тем не менее, гражданский оборот он не остановился. То есть можно, да, если наследник, вот, к примеру, находится в другом городе, можно как-то оформить даже тоже наследство без личной явки к нотариусу? Да, такая возможность тоже имеется. Необходимо обратиться к нотариусу по месту вашего жительства. Вы представляете необходимые документы, это свидетельство, подтверждающее родственные отношения, завещание. Нотариус вам подготавливает заявление о принятии наследства, либо отказе от наследства, в зависимости от вашей воли, удостоверяет его, также преобразовывает документ и представленные вами необходимые документы на имущество, документы, которые подтверждают основание наследования, и направляет нотариусу по месту открытия наследства. Нотариус уже в другом регионе получает эти документы, заводит наследственное дело и приобщает в материалы. Таким образом, и срок принятия наследства является соблюденным, и гражданину не требуется тратить ни время, ни средства на передвижение в другой город, на пребывание в другом городе, потому что все это, конечно же, затратно, конечно, да, определенные расходы. И также по истечении определенного периода времени, 6 месяцев, с момента открытия наследства, гражданин также может направить заявление о выдаче свидетельства и указать, каким образом он хочет его получить. По почте России направить, либо также нотариус может сделать свидетельство в электронной форме и направить на электронный адрес гражданину. И уже здесь, обратившись к нотариусу, он может преобразовать в другую форму, то есть, получив электронный документ, нотариус удостоверит равнозначность документу на бумажном носителе. И уже гражданин получит документ с печатью нотариуса. То есть преобразованный документ нотариус может передать гражданину, чтобы он его где-то использовал еще и в последующем? Да, можно использовать такие документы как и в электронной форме, так и путем
преобразования на бумажный носитель. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Если вдруг вы в ближайшее время собирались посетить нотариуса консультации, то сейчас вы можете воспользоваться нашей программой 202-11-22. Полина Сергеевна Власова, консультант Нотариальной палаты, сегодня в студии и ответит на ваш вопрос, связанный с наследством, завещанием. Дозванивайтесь, пожалуйста. Время в программе у нас еще есть, и мы ждем ваших вопросов, уважаемые телезрители. Скажите, пожалуйста, вот какую помощь оказывает нотариус взаимодействие с органами реестра, налоговой, или вот здесь есть взаимосвязь какая-то, взаимообщение? Нотариусы плотно включены в процедуру государственной регистрации как прав, так и юридических лиц. Нотариус обязан передать документы в Росреестр в двух случаях. Первое – это после выдачи свидетельства о праве наследства и о праве собственности пережившего супруга, который удостоверяет права на недвижимое имущество. И второй случай – это по результате удостоверенных сделок с недвижимым имуществом. Это любые абсолютно договоры отчуждения, например, купли-продажи, дарения, рента, договоры залога. Также соглашение о разделе общего имущества супругов, брачные договоры, соглашение о определении долей в материнском капитале. Нотариус после удостоверения данных сделок, он подает документы в органы регистрации прав, и преимуществом данной регистрации является сокращенный срок регистрации, это один рабочий день. Тогда как при регистрации через МФЦ срок там, порядка 7 рабочих дней. У нас есть звонок от телезрителей, мы слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне нужно оформить завещание. Я вот пока не знаю, как принимают и как работают сейчас нотариусы в городе Самара. Нужно записываться к вам на прием или как-то, не знаю, онлайн-консультации вы даете. Вот каким образом попасть на прием к нотариусу? Спасибо большое. Мне кажется, вопрос очень актуальный. Да, нотариусы работают в обычном режиме. Вы можете записаться заранее, если хотите, чтобы вас приняли к определенному времени. Также по любым возникающим вопросам вы можете обратиться и по телефону, получив бесплатную консультацию, и к нотариусу, и в Нотариальную палату. Сейчас режим прием осуществляется в обычном режиме, с соблюдением всех санитарных норм и правил. Спасибо. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Если есть у вас вопросы, уважаемые телезрители, дозванивайтесь к нам, пожалуйста, завещание, дарение, брачный договор. Все вопросы, которые вы могли бы задать нотариусу на консультацию, вы можете дозвониться к нам и задать вопрос свой. В прямом эфире работы, напоминаем. Вот раз уж мы все-таки затронули тему корпоративных отношений, скажите, пожалуйста, вот какие новеллы 2020 года вы могли бы осветить именно для предпринимателей, Полина Сергеевна? Ну, главные два изменения, они касаются удостоверения решения единственного участника общества и заявления о выходе участника из общества. В отношении решений очень длительное время существовала позиция, в том числе судебная практика, о том, что такие решения, когда в обществе всего лишь один участник, они не подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Статья 67.1 Гражданского кодекса, она предусматривает обязательное нотариальное удостоверение решений общих собраний участников общества, если уставом не предусмотрен иной способ подтверждения. Например, подписание всеми участниками общества, там, секретарем, председателем, либо там, иное подтверждение использования технических средств. И длительное время существовала такая позиция и правовой подход, который применялся в том числе судами, что такое правило об удостоверении решений общего собрания, оно не распространяется на решение единственного участника. И в свете обзора Верховного суда от декабря 2019 года такая практика кардинально изменилась, и суды дали четкое разъяснение о том, что сейчас и решение единственного участника необходимо подтверждать в том же порядке, как и решение общего собрания, если, соответственно, в уставе нет специальной оговорки. Поэтому при смене директора, либо внесении изменений в адрес, принятии устава необходимо сначала обратиться к нотариусу, потому что налоговый орган
может пропустить, да, отсутствие удостоверения данного решения, но впоследствии при представлении документов к тому же к нотариусу, либо в кредитное учреждение могут возникнуть проблемы. Вторая новелла, она касается заявления о выходе участника. Да, вот, кстати, за плату оно будет осуществляться или нет? Само заявление, оно как было, так и сейчас подлежит нотариальному удостоверению, и, соответственно, за это действие взимается нотариальный тариф. Но законом, федеральным законом были внесены изменения закона об обществах с ограниченной ответственностью, которые возложили на нотариусов дополнительные обязанности и немного изменили процедуру выхода. Если ранее участник обращался к нотариусу, нотариус удостоверял заявление, он это заявление брал и сам относил в общество, в связи с чем возникали некоторые проблемы, потому что общество, если начинает конфликт какой-то быть между участниками, оно всякие чинило препятствия, могло не регистрировать это заявление, не направлять сведения о выходе участника в единый государственный реестр юридических лиц. Также здесь неправомерные действия могут быть не только со стороны общества, но и со стороны самого участника, который написал заявление о выходе, но пока сведения не внесены в ЕГРЮ, он является надлежащим владельцем этой доли, может пойти к нотариусу и просто продать ее абсолютно другому лицу, хотя уже формально он этим владельцем не является. Поэтому с целью достоверности сведений, вносимых в единый государственный реестр юридических лиц, были внесены изменения, которые обязывают нотариуса после удостоверения заявления о выходе самостоятельно направить сведения в ЕГРЮ и также известить общество, направив ему заявление, оригинал о выходе и копию заявления, которое нотариусу направлено в инспекцию Федеральной налоговой службы, тем самым известив общество. И уже момент перехода доли к обществу не с момента поступления этого заявления в общество, а с момента внесения сведений в единый государственный реестр. Таким образом, наиболее полная защита прав и третьих лиц, и самого участника, и общества. Спасибо за разъяснение, очень понятно. Объясняйте, напоминаю еще раз, 202-11-22, телефоны периодически появляются в студии, дозванивайтесь, уважаемые телезрители, задавайте, пожалуйста, вопросы свои, мы работаем в прямом эфире. И вот еще один такой актуальный вопрос, как обезопасить себя при покупке подержанного автомобиля. Последние десятилетия существует вот проблема как раз мошеннических продаж заложенного имущества в части как раз автомобилей. Продавец не ставит в известность покупателя о наличии залога. Полина Сергеевна, есть звонок, не будем заставлять ждать нашего телезрителя, и вы ответите. Потом непременно слушаем вас, говорите, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, у меня сын сделал завещание на сына. Так. Вот. Машина, и он умер. Сын у меня умер и сделал замечание на сына. А теперь, когда все это вскрылось, то получается, что половина дома на жену, половина на сына выходит. В общем, дом разделяется на двоих. А вот завещание, оно что, ничего не значит? Понятен вопрос, Полина Сергеевна. Да, вопрос понятен. Завещание, почему, конечно. Почему у меня нет полдома? Я сейчас, спасибо. Я слушайте ваш ответ, вопрос. Да. Конечно же, завещание имеет силу. Здесь еще важен момент. Сам наследник, он вступал в права наследования по завещанию. Если, соответственно, да, он принял наследство как по завещанию, так и по закону, соответственно, завещание имеет полную силу. Но здесь на что нужно обратить внимание. Если этот жилой дом был приобретен во время брака, он является совместным нажитым имуществом. И, соответственно, супруга, помимо того, что она является наследником по закону, она имеет еще права пережившего супруга на 1/2 долю в этом наследстве. Если бы не было завещания, то супруга могла бы унаследовать не 1/2, а 3/4. Потому что 1/2 ей принадлежит как супруге по закону, а 1/4, которая делится между другим наследником по закону, это сыном, соответственно, уже
ей наследуется. Поэтому, так как завещание было, насколько я понимаю, этот дом был приобретен в браке, то супруга здесь получила просто свою часть как совместное нажитое имущество, а уже внук увеличил свою долю в наследстве за счет завещания. Да? Спасибо большое. Продолжаем работу в прямом эфире. 202-11-22. Если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, дозванивайтесь, пожалуйста, программа «Территория права». И вот как раз вопрос повторять не буду, да, Полина Сергеевна, по поводу, как обезопасить себя при покупке подержанного автомобиля. С 2014 года Федеральной нотариальной палатой в рамках реформы залогового законодательства был создан реестр уведомления о залоге движимого имущества. И уже с июля 2014 года в Гражданский кодекс были внесены изменения, которые легализовали и придали публичный статус данному реестру. Что это значит? Залог в случае там, приобретения автомобиля за счет кредитных средств, он возникал в силу закона, и никакой дополнительной регистрации данного права залога не требовалось. Соответственно, имели ситуацию, когда покупатель, в принципе, не знал и не мог знать ниоткуда о том, что автомобиль заложен в залоге, например, у банка, либо, в принципе, у любого другого физического лица, или обременен какими-то иными правами. Ранее банки прибегали к такой схеме, как они забирали паспорт транспортного средства, оригинал, но это не исключало возможность получения дубликата. Да, действительно, у покупателей были какие-либо сомнения о том, что дубликат, почему не оригинал, да, но всегда можно было сказать о том, что паспорт утерян, либо он был заменен в связи с тем, что был абсолютно полностью заверен. Именно эти большое количество судебных разбирательств, они дали толчок созданию этому реестру уведомлений о залоге. При этом данная регистрация уведомлений, она не является обязательным. То есть здесь нет такого указания, как с реестром недвижимости, что если право не зарегистрировано в реестре недвижимости, то оно не возникло. Здесь такого нет. То есть возникновение права, и оно не связано с моментом регистрации. Оно лишь является гарантом прав владения этого залога, как залогодержателей, так и является защищает права неограниченного круга лиц, которые намерены приобрести, например, данное движимое имущество. Вот как раз где размещены сведения о залогах движимого имущества? Наверняка есть какой-то сайт, да? Да, сведения о всех зарегистрированных уведомлениях, они размещены на сайте, в сети интернет, сайт называется реестрдовер.ру. Они являются общедоступными, и сведения предоставляются бесплатно. Хорошо. Вот вы упомянули, что покупатель заложенного авто является добросовестным. Ну, тогда ему, получается, нечего опасаться. Да, нечего опасаться, если он надлежащим образом защитил свои права на момент покупки автомобиля. Суды после принятия этих изменений в июле 2014 года начали принимать решения судебные в пользу новых покупателей и признавать их добросовестными только в том случае, если есть документы, подтверждающие, что на момент покупки этого залога не было зарегистрировано. Очень многие граждане, в принципе, не знают наличие этого реестра, о том, что есть возможность реестр залогов.ру. Есть возможность, в принципе, самостоятельно проверить данные сведения, ввести только ВИН транспортного средства, и, соответственно, уже будет информация о всех залогах в отношении данного имущества. То есть проверить можно на этом интернет-сайте, а вот такую выписку может получить абсолютно любое лицо, либо это доступно только нотариусам? Сведения, которые можно получить на сайте, они доступны неограниченному кругу лиц, но они не имеют доказательную силу в суде. Соответственно, это обычный скриншот этого сайта, либо распечатка, которая не имеет никакого заверения. Поэтому как же быть в этом случае? Для этого необходимо обращаться к нотариусу именно за получением выписки из реестра. Это уже официальный документ, который имеет доказательственное значение в суде. И выписки, они бывают двух видов. Это краткая выписка и расширенная. Краткую выписку может получить неограниченное лицо, абсолютно любое.
Расширенную выписку, которая уже содержит все сведения об историях уведомления, залоге, об изменении залога, более подробные сведения о залогодателе, залогодержателе, уже конкретно только лиц, которые внесены в качестве залогодателя или залогодержателя в данный реестр. Ну что она дает все-таки, эта выписка, Полина Сергеевна? Она дает гарантию, что на момент покупки вашего автомобиля у вас не было залога в реестре. Угу. И в случае возникновения какого-либо спора в суде, предъявления каких-либо требований от банков, уже суд однозначно встанет на сторону покупателя, который предъявит в судебный суду данную выписку, заверенную нотариусом, и абсолютно докажет, что никаких залогов на момент приобретения не было, и он абсолютно добросовестно не знал и не мог знать, да, о том, что есть данный залог. Случается ситуация, при которых банки сами, ввиду каких-то неправильных действий своих работников, не направляют такие уведомления в реестр. И получается, что да, действительно, автомобиль находится в залоге, работник банка не направил уведомления по разным, это абсолютно человеческий фактор. Автомобиль числится в залоге по каким-то там кредитным историям, по базам, да, данных кредитных историй. Залог на данном автомобиле есть, но на сайте реестр.dvr.ru информации нет. И в данном случае, несмотря на то, что залог, да, действительно есть, но он не был зарегистрирован, суд встанет на сторону покупателя, и уже никаким образом обращение взыскания на это транспортное средство по долгам уже будет невозможно. Ну а в таком случае, как правильно переоформить машину, если все-таки покупатель решил приобрести этот автомобиль, а он находится в залоге у банка? Если все-таки покупателю известно, что он видит, да, что есть залог, и он намерен купить данный автомобиль, есть два способа. Всегда, когда автомобиль, любое движимое имущество находится в залоге, любые сделки по переходу права собственности, они должны осуществляться с согласия залога держателя, то есть банк. Есть два способа. Первый, когда имеется возможность досрочного погашения этого кредита, и право досрочного погашения, и все условия соблюдены. Да, то есть, да? Иногда кредитные договоры, ну, как правило, все, если это потребительский кредит, они предусматривают право досрочного погашения при там определенных выплатах, там 3 месяца и так далее. Вот. Но, опять-таки, нужно смотреть договоры и условия кредитования. Соответственно, если есть возможность погасить досрочно, то часть средств можно отдать продавцу, а часть направить на погашение этого кредита. Если возможности досрочного погашения кредита нет, то нужно удостоверять не договор купли-продажи, а соглашение о переводе долга. И также часть средств перевести продавцу, а остальное уже выплачивать по мере возможности банку. Ответим на вопрос, Полина Сергеевна. Да. Есть звонок. Алло, говорите, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня интересует вот такой вопрос. Пожалуйста. У меня единственный ребенок, он проживает за границей. Так. В связи с тем, что вот сейчас с пандемией по вопросу наследства и завещания она не может выехать. А там в течение 6 месяцев надо обозначить права свои. Вот да. Что будет, если она не сможет в данный момент приехать об оформлении наследства или завещания? Так, ну, во-первых, я так понимаю, что да, спасибо. Кто-то да. Открылось наследство, да, после родственников. У нас еще телезритель на линии, поэтому можете спросить, да, если то есть, это какое-то уточнение. Умер какой-то близкий человек, я правильно понимаю, необходимо вступить в права наследования? Нет, просто этот человек не умер, но все идет к тому. Угу. Я поняла поэтому... вас. В какой стране находится? В Норвегии. Да. Смотрите, Норвегия закрыта. Да, я поняла вас. В этом случае, в случае, если, соответственно, откроется наследство, вам необходимо вашему ребенку обратиться к нотариусу по месту нахождения. В Норвегии также есть нотариусы, которые смогут удостоверить это заявление о принятии наследства, либо к консулам. То есть также у нас... консулы вправе совершать нотариальные действия.
Ну, самый простой вариант – это обратиться к нотариусу, именно в Норвегии. Нотариус там удостоверит, и вы почтой направите это заявление нотариусу по месту открытия наследства. Mm-hmm. Если по каким-то причинам нет возможности посетить нотариуса, то тогда срок принятия наследства, он исчисляется и установлен 6 месяцев с момента открытия. И он может быть восстановлен в судебном порядке. Если так случится, то по истечении 6 месяцев можно будет обратиться в суд и указать уважительность причин невозможности принятия. Пандемия и ограничительные меры, которые установлены, конечно, они, безусловно, будут приняты судом как уважительные. Также, если есть... Опять же, это все-таки суд, опять время, издержки, да, но и так также, далее. Также есть еще один нюанс. Да. Если есть иные наследники, которые приняли наследство, и они не возражают против включения такого наследника в свидетельство, пропустившего срок... А если можно... единственный наследник? Тогда только в судебном порядке. Если есть иные наследники, которые не возражают, и опять-таки нет ли спора между наследниками, потому что согласие должно быть дано всеми наследниками, принявшими наследство, тогда можно будет включить согласие всех наследников, принявших наследство. Спасибо большое. Есть еще немного времени, и у вас есть возможность задать свой вопрос. 202-11-22. Дозванивайтесь, пожалуйста, уважаемые телезрители. Полина Сергеевна, вот все привыкли все-таки к продаже автомобиля по доверенности. Скажите, пожалуйста, какие существуют на сегодня подводные камни вот именно в этой сделке с представителями? Ну, во-первых, не всегда, когда оформляют доверенность, понимают, что доверитель и представитель, они не могут быть участниками договора купли-продажи. Mm-hmm. У нас в Гражданском кодексе предусмотрен запрет, что представитель не может совершать сделки в отношении себя лично. Поэтому если необходимо переоформить транспортные средства на представителя, то необходимо об этом сказать, да, нотариус, если это доверенность простой в письменной форме, то предусмотреть пункт, что доверитель дает согласие на совершение таких сделок. Но также подводным камнем может являться то, что доверенность, она может быть отменена, либо, в принципе, являться поддельной. К сожалению, такие случаи единичные, но быть. Да, они могут быть. И преимуществом в данном случае это касается, в принципе, любых сделок, не только продажи транспортных средств, особенно это актуально с недвижимостью, потому что риски более, да, большие, либо там с долями в основном капитале, и, в принципе, заключение любых других сделок. Доверенность в этом случае необходимо удостоверять нотариально, потому что только у нотариальной доверенности есть доступные публичные сервисы, по которым ее можно проверить не только на предмет действительности, но и также на предмет отмены, что невозможно сделать с доверенностью в простой письменной форме. Доверенность, как и любые другие сделки, они могут совершаться как в простой письменной, так и в квалифицированной нотариальной форме. Нотариальная форма, она в трех случаях используется, если это прямо предусмотрено законом. Доверенность на приобретение, там, на распоряжение транспортным средством, она не является обязательной нотариальной формой. А второй случай, когда сам доверитель настаивает на нотариальном удостоверении, например, ему интересно заключить сделку только на определенных условиях, и он таким образом контролирует своего представителя, чтобы он продал за определенную сумму. И третье, сам, например, покупатель, он может потребовать от продавца представить доверенность в нотариальной форме, тем самым защитив свои права. Но нотариальную доверенность тоже можно проверить на каком-то сайте. Есть существуют какие-то, да? Да, также, как и по аналогии с реестром залогов, в Федеральной нотариальной палате был создан реестр доверенностей. При этом он содержит два раздела касательно только доверенностей, совершенных в нотариальной форме, на котором можно проверить, действительно ли такая доверенность по ее реквизитам. Это реестровый номер, фамилия, имя, отчество нотариуса ее удостоверившего и, ну, соответственно, дата, реестровый номер удостоверения, фамилия, имя, отчество доверителя. В принципе, все эти данные, они содержатся в доверенности. Если вам такая доверенность представлена, вы вносите реквизиты, и вам дают информацию, да, была удостоверена, да, не отменена такая доверенность. И второй раздел этого сайта, он касается именно доверенностей, отмененных в нотариальной форме, но которые были совершены в простой письменной. Да.
То есть эту форму проверить невозможно? Эту форму невозможно проверить на действительность, то есть поддельная она или нет. Но в чем проблема простой письменной формы доверенности, что ее отмена, несмотря на то, что она может быть также отменена в нотариальной форме, и сведения будут внесены в реестр об отмене доверенности в простой письменной форме, у нее существует еще возможность отмены путем публикации на сайте, содержащей сведения о банкротстве. И тогда уже, если, например, доверитель отменил и пошел не к нотариусу, а разместил сведения на банкротстве, это отследить достаточно сложно. Ну что же, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами. Следите за нашими анонсами. Программа «Территория права» обязательно выйдет. Увидимся. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.